На Люберецкую подстанцию скорой медицинской помощи поступили современные электрокардиографы. Теперь фельдшеры проводят необходимую диагностику прямо у больного на дому. А результаты передают на кардиопульт, который позволяет оперативно поставить диагноз. Скорая помощь, люберцы. Слушаю вас, что случилось. За сутки диспетчеры Люберецкой подстанции принимают около 400 звонков. В первую очередь бригады выезжают на экстренные вызовы, на ДТП и к больным с подозрением на инсульт и инфаркт. А в прошлом году в Подмосковье создан кардиопульт. Консультационный центр в режиме онлайн позволяет фельдшеру моментально отправить ЭКГ врачу-кардиологу. Фельдшерские бригады передают все электрокардиограммы на кардиопульт и получают от врача-кардиолога соответствующее заключение и консультацию, если она им необходима для уточнения диагноза. Это особенно важно, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. В Люберцах электрокардиографами оснащены все фельдшерские бригады. Автомобили скорой помощи укомплектованы и другой медицинской техникой. Оборудование тоже, соответственно, новое. Они уже были поставлены с машинами. Оборудование современное. Очень хорошее. Из оборудования есть все необходимое. Это дефибриллятор, аппарат ИВЛ, электроотсосы. Все, что полагается. Люберецкая подстанция – одна из крупнейших в Подмосковье. Она состоит из 8 подразделений, которые обслуживают городские округа Люберцы, Лыткарино, Дзержинские, Котельники. В сутки на дежурство заступают 34 бригады. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.